Значит, вот этот уровень в ремейке у нас совершенно сильно очень отличается от того, что в оригинале. В оригинале у нас тут сначала была небольшая комната, из которой мы выходили и попадали уже сюда. А тут в ремейке этой комнаты нет, и мы сразу начинаем перед лестницей. Дальше в оригинале у нас слева и справа комната была удлинена, ну, более длинная, да, и там были решетки, через которые мы потом проходили. Тут в ремейке такого нету. Тут это все вырезано. Вот. И вот у нас тут дверь, которая, когда ты начинаешь уровень заново в режиме переиграть уровень, эта дверь закрыта, потому что она ведет в предыдущий уровень. То есть в предыдущем уровне мы через нее проходили и попадали уже сюда. Вот. То есть она как бы должна быть закрыта, если ты уровень начинаешь заново. Вот. Сейчас я просто иду по прохождению, а по прохождению из одного уровня в другой можно переходить спокойно. Вот. Поэтому дверь открыта. Значит, сейчас так же, как в оригинале, мы бежим вперед, и нас встречают враги. Двое. Во. Смотрите, как она перепрыгнула через него, да? Вот. Нас встречает два чувака. Мы их убиваем. И вот тут в оригинале здесь был столб вот этот посередине. Ты на него забираешься и проходишь дальше. А в ремейке, чтобы этот столб поднялся, нужно решить головоломку. Вот опять вот эти колонны, и их нужно крутить. Тут, короче, опять нарисованы знаки, ну, человечки, то есть, да, и нам нужно правильно колонны совместить с этими человечками. Ну, то есть, чтобы выглядели человечки так же. То есть, вот у нас двое сидят и держат какие-то белые штуки, да. Здесь зеленые держат, а тут синие, типа чаши с водой. Вот. Насколько я помню, вроде бы нужно сначала крутить вот эту фигню, только куда, налево или направо, я не помню. Тут прикол в том, то, что когда ты крутишь одну, то другие тоже крутятся. Поэтому тут нужно внимательно смотреть. Сейчас попробуем еще раз. Во. Но это я чисто по памяти вспомнил, потому что я уже 100 раз проходил, да, и я помню. Вот, а так, в принципе, нужно тут следить. Хотя тут, смотрите, тут по-другому. Вот я сейчас повернул, проход открылся, но тут по-другому нарисовано, видите, этот держит одного белого чувака, а тут на картинке нарисованы другие штучки. То есть тут по-другому как-то. Тем не менее, вот, короче, как она решается. И у нас поднялся вот этот столб, и мы забираемся теперь выше. Так. И тут сам вот этот подъем сделан не так, как в оригинале. Тут немножко побольше добавлено вот этих штук. Видите, тут большой такой подъем. И дальше тут добавлен еще коридор. Вот, с этими дверьми. А в оригинале такого не было. То есть в оригинале поднимаешься. Ой-ой-ой. В оригинале поднимаешься, сразу к сфинксу выходишь. Нужно, короче, быстро прыгать. Вот так. Видите, как тут изменено. Тут, по-моему, нужно сразу прыгать. Неправильно я. Нет, неправильно я сделал. Нужно, короче, тогда сразу прыгать налево.
Я, кстати, когда проходил в оригинале, я забыл сказать то, что в ремейке тут коридор добавлен. Потому что я совсем забыл про него. Вот так. Не надо было на этот выключатель прыгать. Это он специально сделан, чтобы тебя запутать. Чтобы ты подумал, что он нужен. И вот мы выходим к Сфинксу. И тут, конечно же, очень сильно все изменено, в отличие от оригинала, очень сильно все изменено. Так, вот у нас есть проход слева, и вот проход справа. Так, но мы сейчас туда забраться не можем. Потому что, видите, очень высоко. Нам нужно дальше. В оригинале мы могли забраться здесь наверх сфинкса, и там было место, где вставлять крестики нужно. В ремейке тут наверх сфинкса забраться можно с другой стороны. С этой стороны нельзя. И крестики нужно вставить не на сфинкса, а вниз. Не наверх, а вниз. Вот. Ну, для начала давайте так же пройдем, как в оригинале проходили. Что она делает? Надо на лестницу. Во. Так. И в оригинале была здесь дверь, через которую мы проходили. А в ремейке тут по-другому. В ремейке тут дверь, вот она. Но она закрыта. Из нее мы потом выйдем. А заходить мы будем в дверь, которая там наверху. То есть, видите, тут вообще все поменяли очень сильно. Так. Вот место, куда мы вставлять будем два крестика. А в оригинале тут лестницы не было, и дверь открывалась по-другому. Вот. Значит, в оригинале тут можно было сразу забираться наверх, а в ремейке тут наверх забраться нельзя. В этом месте. Так. В ремейке тут нужно забираться вот с середины. И дальше уже ты выбираешь, куда идти, направо или налево. Вот. А в оригинале ты забирался где-то вот здесь. Шел сначала направо, поднимался, а потом уже возвращался налево и дальше уже туда наверх. То есть тут тоже очень все поменяли. И вот дверь, из которой мы тоже потом выйдем с этой стороны. А куда мы будем заходить, дверь там наверху. И тут, видите, можно подняться наверх. Во, дальше туда. А в оригинале нельзя было на этом месте подниматься наверх. В оригинале можно было забраться на лапу сфинкса и с нее уже подниматься наверх на сфинкс. Ой-ой-ой, крыса, блин. Я не помню, чтобы тут крысы были. Ладно, короче, сейчас у нас есть выбор. Ну-ка, дайте я попробую в ремейке. В ремейке на лапу сфинкса забраться нельзя. Видите, очень высоко. Так, теперь у нас выбор. Как мы пойдем, направо или налево? Я люблю все время сначала идти направо. Вот. Так что давайте пойдем тоже направо. Конечно же, тут очень сильно это отличается от того, что было в оригинале. Так, мы можем пойти сюда. А можем дальше туда, в другую сторону. Так, если мы идем сюда, то видите, у нас тут уступочек такой. И тут секрет. Хотя нет, это не секрет, это просто аптечка. Все. Дальше мы двигаться не можем. А в оригинале мы могли двигаться дальше. В оригинале тут еще выше была сделана фигня такая. Мы на нее забирались и дальше, дальше шли, дальше под потолок заходили. Вот, а тут в ремейке такого нету. Тут в ремейке дальше двигаться в ту сторону нельзя, можно только двигаться вон туда дальше, вот в эту сторону. Вот. Так. Дальше в оригинале у нас, когда мы на той стороне были, наверху, появлялись летающие монстры. В ремейке летающие монстры появляются, когда ты вообще на самый верх под потолок забираешься с этой стороны, а также, опять же, с той. Вот. Так, теперь нужно с разбегу прыгнуть вот сюда. Так. То есть, видите, тут добавлены колонны, на которые можно забраться.
А в оригинале такого нету. Так. Тут можно вот сюда пойти. Так, ну тут нет ничего. Так, ну нам нужно заново. Так, если по этой горке мы скатимся вниз, то это нам ничего не даст. Так, а тут ничего нет у нас. Так, похоже, зря я это сделал. Хотя нет, нет, не зря. Наша цель забраться наверх. Вот. В оригинале мы могли забираться наверх. Но там было не так высоко. И вот сейчас у нас появятся летающие монстры. Вот они. Теперь смотрите. Наша цель пойти сюда. Нажать там на выключатель. Но мы можем пойти на Сфинкса. И там находится секрет. Как мы сразу пойдем? Вот у нас тут крюк, кольцо, но мы до него не достанем сейчас, по-моему. Вон еще одно кольцо. Нужно прыгать отсюда. Вот. И потом уже на то кольцо. Сейчас нужно побольше раскачаться. Хотя я думаю, что она не достанет. Нет, видите? Не достала она все равно, я так и знал. И откуда мы начинаем? Правильно, мы начинаем отсюда. Теперь нам нужно заново забираться, заново мочить этих врагов. Вот это я, блин, не люблю. Чекпоинт очень неудобно сделан. И тут берем эту фигню. Я не люблю это место, блин. Если сдохнешь, то все заново надо. В оригинале там попроще, конечно же. Я хотел прыгнуть, а она не прыгнула почему-то. Сейчас опять убивать этих монстров летающих. Но на этот раз я попробую спрыгнуть по-другому. Раз так она не достает. Сейчас, кстати, сделаем попроще. Я их... А, у меня УЗИ еще нету. Я думал, у меня УЗИ уже есть. Ну что такое? Что за хрень? Блядь, что за хуйня-то? Я не понял. Вот видите, блин, бред какой-то. Теперь он меня схватил, конечно же. Так. Я попробую прыгнуть прямо отсюда, но она тоже вряд ли схватится-то. Хотя получилось, смотрите. А, тут вот УЗИ. А я, блин, только что сказал. Я же УЗИ еще не нашел. Вот они, УЗИ как раз. Вот. Но на ту сторону мы не можем перебраться. Видите, тут кольца нету. На ту сторону мы можем только, если мы с центра поднимаемся налево. Только тогда мы можем попасть туда. Вот. Я не уверен, если я сейчас прыгну, она схватится за кольцо или нет. Вот я не помню, как правильно-то спуститься вниз. Ну давайте попробуем прыгнуть. Схватилось. Значит, правильно. Так. А зачем тогда то другое кольцо? Я на самом деле что-то и не помню. Не помню. Все. Теперь мы прыгаем вот так. И нажимаем на первый рычаг. Вот. А в оригинале этот правый рычаг находился
чуть там, где-то в углу, дальше вперед, туда в углу, где-то там наверху. Вот, а в ремейке, видите, тут как по-другому. Так, теперь нам нужно, смотрите, нам нужно прыгать вот так. Оп! И нажимать на рычаг. И у нас две вещи произойдут. У нас откроется дверь в комнату, в которую нам нужно попасть. И поднимется вот этот проход. Такой шорткат. Мы можем теперь в любой момент спускаться вниз и подниматься сюда наверх. Во. Теперь нам нужно пойти туда. Вот. Значит, сейчас нам нужно будет пройти комнату, в которой мы найдем крестик. Вот. В ремейке там такая комната, то есть в оригинале такая комната одна. А в ремейке этих комнат две. И они очень сильно изменены. Так, и тут у нас вроде еще один коридор добавлен с ловушками. Да, точно, вот. И тут на время. А в оригинале такого нету. О. Так, а ничего внизу там у нас нету, нет? Так-с. И вот мы попадаем в первую комнату. Вот. Значит, мы можем пойти сюда, а можем пойти сюда. Нажать сразу на рычаг. Наша цель. Там в воде находятся 4 колонны. Их поднять. Откроется. Их поднять. Откроется мост, как сказать-то правильно. Выдвинется мост и откроется дверь. Во. А это нужно будет в самом конце нажать. Сейчас это не работает. Сначала нужно колонны поднять, а потом уже вот эту фигню опустить. Вы видите, сейчас не работает. Так. А в оригинале такого нет. Так, идем сюда. Чтобы поднять колонны, нужно опустить, я не знаю, как их назвать, эти штуки, которые ты опускаешь. Ну вот они, короче. Вот их нужно опустить. Так. Прям до самого конца. Первое готово. Все. И теперь мы прыгаем в воду. И давайте посмотрим, что у нас тут. Значит, тут в этой комнате будет мост посередине. И этот мост будет вести в маленькую комнатку, где мы возьмем крестик. Вот. Также сделано в оригинале, но там одна комната. И там не нужно никаких колонн там поднимать, опускать. Там просто заходишь, да, там уже мост готов. Просто заходишь, ключ вставляешь, открываешь дверь и сразу идешь. Ну тут, видите, под водой ничего нет. Сразу идешь в комнату и забираешь крестик. А тут в оригинале, видите, добавлены такие штучки. Так, теперь нам нужно опустить другую колонну. Но смотрите, из воды мы не можем ничего сделать. Выпрыгнуть из воды. Поэтому нам нужно возвращаться на сушу. И уже от суши... Так, ну это вряд ли получится, конечно. Да, видите, тут не за что цепляться. Потому что она вниз опускается. И
Если мы вместе с ней опустимся вниз, мы окажемся в воде и придется заново забираться. Так. Вот. У нас поднялась вторая колонна. Так. Тут она не достает уже. Ладно. И мы можем отпрыгнуть назад и забраться на колонну. Вот. И вот он выдвигается, мост. И вон там комната, но там дверь пока закрыта. Вот. И смотрите, видите, там секрет находится. А вот как его взять, я сейчас буду вспоминать, потому что я точно не помню. Так, ну мы можем сразу забраться на другую сторону. Нет, она тут... Она не допрыгивает. Подождите. Это немножко... Я немножко путаюсь все время, потому что тут две такие комнаты. И они очень похожи друг на друга. Но одна комната посложнее проходится, а другая полегче. И вот я их путаю. Так, во. Вот так она допрыгнет или нет? Нет. Видите, тоже не допрыгивает. Вот я говорю, я просто путаюсь. Неправильно все делаю. Значит, нужно по-другому делать. Я возвращаюсь наверх. Так. А отсюда, смотрите, я как могу сделать. Я могу запрыгнуть вон туда. Во. И... А, это я все равно попадаю на мост. Видите, блин, я запутался. А как же попасть на другую сторону-то? А, все, понял. Смотрите. Значит, мы отсюда прыгаем сюда. Просто я в прошлый раз не допрыгнул. Опускаем вот эту штуку. И потом уже идем на следующую. Во. Так. И вот у нас мост еще подвинулся. Не-не-не. Так. Почему она не схватилась? Я думал, она схватится. Смотрите, блин, если бы она схватилась за эту колонну, я бы поднялся наверх и по мосту бы перебрался дальше. Но так как она не схватилась, мне придется опять заново забираться наверх. Вот это, блин, я не люблю. Почему она не всегда хватается-то? Это очень неудобно. Так. А как тут секрет-то взять? Подождите, вот видите, я опять запутался. Теперь я не знаю, как дальше пройти. Так она не хочет цепляться. Я думал, она зацепится, и я уже переберусь туда. И сейчас получается, что и все не так я делаю. Значит, вот эта комната самая сложная по прохождению. Вторая комната будет проще. Блять, вот видите, самое-самое неудобное, то, что приходится каждый раз заново забираться. Заново все это повторять. Так. Если я сейчас переберусь туда, то я заново отсюда никуда уже не смогу деться. Соответственно, мне нужно попасть на ту сторону. Так. А как я обратно вернусь наверх? Вот. Обратно я вернусь наверх, если я заберусь вон туда. Но туда мы пока забраться не можем, потому что у нас вот эта штука внизу находится. Значит, я хочу попробовать то, что я пробовал раньше, но у меня это не получилось. Я сейчас хочу попробовать еще раз. Вот.
отсюда вон туда запрыгнуть. Не-а, не хочет. Вот видите, вот эта комната для меня тогда получается та комната, в которой я все время путаюсь, как проходить, потому что я точно не помню. Придется мне, короче, сейчас видео остановить, сообразить, как проходить, и дальше уже запустить следующее видео, потому что это уже длинное получается. И уже тогда продолжить, потому что я тут могу еще прыгать, бегать неизвестно сколько времени. Потому что, видите, что-то не получается ни хрена у меня. По идее, она должна отсюда забираться вон туда. Но видите, она не хочет цепляться никак. А больше ты никак тут не пройдешь. Вот я и не знаю, как тогда проходить. Тогда я тут сейчас видео остановлю, и когда я соображу, тогда я запущу. Но это уже будет следующее видео. Вот это, блядь, меня бесит вот эта путаница с этими комнатами, блин. Потому что как бы вторая комната, она очень похожа. Вот вторую легче проходить, чем вот эту. Поэтому я все время путаюсь. Ладно, тогда давайте продолжим в следующем видео.